Приветствую всех зрителей моего канала и особенно моих подписчиков. Нас уже больше 1000. Спасибо вам за поддержку. Вторая половина июля. Погода по-прежнему не радует. Только в конце месяца выдалось несколько погожих дней. Из-за этого приходилось нырять в заливах, в карьере, там, где течение потише и прозрачность позволяла охотиться. Не обошлось и без сетей. Ну куда же сейчас без них? Не понимаю людей, которые, ставя сети, потом их бросают. Неужели они думают, что брошенная сеть вот так просто возьмет и куда-то денется? Она же будет убивать очень долго. О чем думают люди? Эта сеть была снята и уничтожена. Thank you.
проверил все свои завалы, в которых раньше меня всегда ждал какой-нибудь сюрприз. Ну и там было пусто. Пару раз был и на карьере. Нашел и пронырял великолепные места, изумительные коряги. Воображение рисовало под каждой из них стаи карпов и амуров. Но, кроме одинокого рака, никто меня в этот раз не порадовал. К концу месяца погода стала налаживаться. Несколько дней были солнечные и теплые. Вода в реке успела очиститься и стала более-менее прозрачной. Это позволило сделать несколько выездов более-менее результативными. Особых трофеев не было, но нырять и плавать в прозрачной воде очень приятно. Из рыбы в основном попадалась щука, правда, и она не блистала размерами. Взял пару штук на копчение, чтобы совсем не забыть вкус рыбы. Под крышами и в завалах тоже было пусто. Меня встречали мелкие плотва, окунь и щучки, которые не представляли интереса в качестве добычи. А вот этой щучке, видимо, досталось. Значит, что-то крупное есть. Неплохой окунь. На копчение самое то.
искал рыбу везде, и на течении, и в заливах, и в траве. Но везде меня ждали мелкие щучки, плотва и окуня. А это для любителей настоящих звуков охоты. Реальные выстрелы. Реальный промах. Так бывает. А вот тут попал. Тут тоже не промахнулся, хотя выстрел был сложный. И пусть за 2 недели не удалось взять ни одного трофея, но есть надежда на то, что август подарит интересные встречи, прозрачную воду и хорошую погоду. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи. Спасибо за просмотр.